Здравствуйте, дорогие мои. Меня часто называют репетитором, но это не совсем правильно. Я ментор. И в этом видео я вам расскажу 5 главных причин, чем отличаюсь я от репетитора. Первое и самое главное. Репетитор учит вас языком. Я учу вас изучать язык самостоятельно. Я хочу, чтобы вы имели возможность усваивать язык не только на занятиях, но и самостоятельно. Чтобы, сталкиваясь с иностранной речью, вы не впадали в панику, не начинали судорожно листать словарь, а использовали этот шанс как возможность улучшить ваши знания. В процессе обучения даем необходимые навыки, что делать в такой ситуации, как воспринимать речь, в которой масса незнакомых слов, и как усваивать язык из живой речи без посторонней помощи. Пройдя курс со мной, у вас уже будет привычка смотреть, читать и слушать без перевода и без словаря. Я полиглот. Большинство репетиторов владеют 2 языками, один из которых русский. Я владею 3 и еще на 2 могу поддержать разговор. Поэтому я знаю точно, что нужно делать, как это нужно делать и сколько это нужно делать, чтобы усвоить язык максимально быстро и максимально просто и безболезненно. Традиционный язык преподают по скучным учебникам, тексты которых даже отдаленно не напоминают настоящее общение. Я преподаю живой язык. Все материалы, которые я даю, я беру из фильмов, сериалов и книг. Ваших любимых фильмов, сериалов и книг. 4. Я даю вам возможность самовыражаться. Знаете, по учебникам не только скучные, они стандартизированы. В основном там задания типа «Подставьте подходящее слово в предложении» или «Ответьте на вопросы по тексту». Вы учите язык не для того, чтобы подставлять слова в чужие предложения. Вы учите его, чтобы выражать свои собственные мысли. И это является основой занятий со мной. 5. Никакой зубрежки. Представьте, вам дают список из 50 слов, говорят, выучите его к следующему занятию. Вы с трудом запихиваете эти 50 слов в голову. Пишите диктанты, и через неделю вы помните только 3 из 50. Знакомая ситуация? Забудьте. Такой ерундой мы не занимаемся. Это не значит, что мы не учим слова, учим. Просто более эффективно и более интересно. Ну и последнее. Моя ценовая политика позволяет любому человеку заниматься со мной. Обращаюсь сейчас к тем, у кого главная отмазка «изучать язык слишком дорого, у меня нет на это денег». Занятия со мной начинаются от 2000 рублей в месяц. Не за занятия, в месяц. Попробуйте найти репетитора хорошего, который предложит вам такие условия. Если вы все еще сомневаетесь, запишитесь ко мне на бесплатное занятие. Я дам вам скидку занятий на месяц вперед, отвечу на все интересующие вас вопросы и научу одной очень эффективной методике запоминания слов без зубрежки. Жду вас в директе. Детерминизм.